Каждая капля помощи вытесняет каплю боли. Это лозунг музыкального благотворительного марафона. Народные артисты Украины, известные исполнители и коллективы выступали для тех, кто бесстрашно защищал страну. Это то самое малое, что мы можем сделать, это отдать душу свою и свое мастерство для того, чтобы они набрали сил, верили в то, что их здесь ждут. И я от имени своих друзей и коллег, которых я счастлив видеть здесь, мы пошли тоже, как рота солдат, пошли в свой бой. Марафон волонтеры организовали своими силами, без политиков. Каждый гость мог пожертвовать деньги на нужды армии. Средства собирали наличными и на электронный счет. Мы помогаем словом тем, чем мы можем помочь. Пусть немного. Многие мои студенты сейчас работают волонтерами, и я горжусь этими ребятами. На концерте присутствовали врачи одесских госпиталей, раненые солдаты, а также бойцы батальона «Шторм». Александр вернулся с передовой чуть больше недели назад. Он благодарит волонтеров. Хочется выразить большое спасибо за их помощь. Мы часто с ними очень встречаемся, видим, как помогают даже дети волонтеров. Они днем, ночью, после работы приходят, собирают эти посылочки, пишут письма, отправляют. То есть помощь очень огромная, за это большое им спасибо. На собранные деньги волонтеры планируют приобрести медицинское оборудование для Одесского военного госпиталя. Там проходят реабилитацию около 200 бойцов из зоны АТО. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Первый городской.